Народу много. Школьники, студенты, семьи с детьми – все собрались на открытие бывшего Макдональдса. Теперь заведение быстрого питания носит новое название – «Вкусно и точка». Макдональдс в Одинцово – это достопримечательность, вот, и какое-то место встреч людей, где можно посидеть, вкусно покушать. И ожидается, что оно снова будет здесь, как и прежде, и люди смогут сюда просто прийти там, после учебы, после работы или с самого утра на любимый завтрак. KFC, Burger King – это все не то. А вот Макдональдс в моем сердце на всю жизнь. Приветливый персонал, вкусная и уже полюбившаяся еда. Почти все как раньше. Некоторые блюда все же пришлось убрать. Happy Meal, Big Mac и McFlurry больше не представлены. Зато можно попробовать новые блюда, например, картофельные оладушки и стрипсы. Кроме того, цены немного подорожали, отмечают гости. Все вкус тот же, да, пока что, да. А цены как? Нет. Цены чуть подорожали, но прям чуть-чуть и все. Все нормально. Что? На чикенбургер, на наггетсы, на все бургеры. Получается, убралось много чего, но тот же самый вот Royal, он такой же самый остался, как и был раньше. В обычном режиме, но уже под новым названием продолжит работу и МакАвто. Ожидания гостей оправдались. Теперь в старом добром заведении можно будет, как раньше, есть любимые бургеры и картошку фри в большой компании друзей. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».